Так, сотрудники правоохранительных органов задерживают уроженца Нигерии. Молодой человек подозревается в мошенничестве. На сайте знакомств он представлялся молодой медсестрой, которая якобы живет в США и на данный момент работает в Сирии и не может вывести оттуда свои ценные вещи и средства. Доверчивый житель Подмосковья с радостью согласился помочь. В дальнейшем аферист отправил новому знакомому фотографию поддельной квитанции об отправке вещей в Россию. А через некоторое время сам вышел на связь с мужчиной и теперь уже представился курьером транспортной компании. Он сообщил, что за прибывшую посылку нужно заплатить около 1500 долларов. Потерпевший занял деньги у знакомого, перечислил на указанные счета, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. В квартире, где проживал нигереец, полицейские нашли мобильные телефоны, сим-карты и кредитки. Не исключено, что жертв мошенника было гораздо больше.